Девочки, сегодня будем учиться делать топленое масло. По вашим просьбам буду это видео еще снимать, выкладывать в ленту. А пока здесь покажу. Масло у нас должно быть 8,2%. Выкладываем масло вот так вот в кастрюлю. И варим его на среднем огне. Только смотрите, чтобы не побежало. Я буду засекать время, чтобы потом нам удобно было это выговаривать в ленте, чтобы вы уже не ошибались. Вот, а пока покажу вам весь, друзья. Закипело наше масло. Можно вот эту пенку снимать, можно и не снимать. Подожди, тушку я здесь снимаю. Сейчас, подожди минутку. Вот сейчас засечем время, посмотрим, сколько должно вариться. Вот, смотрите, девочки, вот этот момент важно не упустить. Видите, здесь частички отделяются уже от жидкости. Видите, здесь частички видно через прозрачную жидкость. Вот это уже идет дано к концу. Теперь смотрите, видите, прозрачное масло выделяется по краям, а осадок уже садится. Если вы дотронетесь до дна, вы ощутите, что она вот там прям пригорать уже начинает. Вот здесь уже нужно выключить. Вот, постояло у нас масло 15 минут. Теперь аккуратно переливаем его в баночку. Вот так. Чуть позже покажу вам, когда оно осядет. А теперь самое вкусное, ради чего можно варить топленое масло. Добавила ложечку сахара. Это у нас пенка. Вот так немножко ее жарим. Минуты 2-3. Потом она у нас прожарится, станет густой массой. Ее можно есть с хлебом. Это очень-очень вкусно. Вот так проварите пару минут ее. Минутки 3 даже можно. Масло у вас должно получиться, девочки. Выход у меня 1 килограмм масла, литр вот топленого масла вышло. Хранить его нужно обязательно в холодильнике. Оно еще застынет на холоде.